Школьники разучились писать от руки. Все из-за телефонов и компьютеров. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на эксперта. Профессор Марьяна Безруких отмечает, что весь смысл ручного письма не в красивом почерке, а в письменной речи. Современные первоклассники к своему возрасту хорошо владеют гаджетами, но мелкая моторика развита недостаточно. А это важно для владения письмом. При этом в первом классе сейчас отводят гораздо меньше времени на чистописание, говорят эксперты. Навык просто не успевает сформироваться и закрепиться. Специалисты отмечают, писать ручкой необходимо для гармоничного развития детей. Взрослым также советуют не забывать ручное письмо. Письмо развивает наш мозг, активизирует разные отделы головного мозга, мозг работает, он как можно дольше остается молодым, и это один из способов отстранения различных деменций, например. Поэтому рекомендуется вести записи в ежедневниках, вести, возможно, дневники, ну, писать благодарности вселенным, например. Да? То есть вот это все очень важно и для взрослого человека в том числе.